На сцену они вбежали прямо из зала, чем шокировали всех зрителей. Коллективная фотография на память, как в школе еще прошлого века, выпускной класс, а завтра уже война. Студенты консерватории подготовили этот концерт больше для ветеранов, но молодая публика тоже приветствуется. Главное, чтобы помнили, говорят артисты. На сцене студенты разных факультетов, будущие актеры, вокалисты, музыканты. Анна Александровна едва сдерживает слезы, когда видит эти сцены. Точно так же девушки провожали двух ее братьев. Оба погибли. Он демобилизовался, в Чите служил танкистом. Из-под Москвы пишет письмо. «Мама, мужайтесь, началась война, я до дома не доехал. Жалейте братов, детей». И вот они не вернулись обои. Стихи, песни военных лет, такие как «Соловьи», «Хотят ли русские войны», «Жди меня» и многое другое. Идея концерта принадлежит студентам. Они сами написали сценарий, сами подобрали репертуар. Это любимые наши песни, любимые песни наших родителей. Ну, как бы это было такое, допустим, этот сценарий был такой коллективный с моей мамой, допустим, сделан. Студенты уже дали 3 представления. 15 мая некоторые номера программы прозвучат на Балу Победы. Правда, пока неизвестно, где он пройдет. Исполнять военные песни планируют и дальше. Все концерты благотворительные. Оксана Лючева, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов.